You said he talked about magic and what? Domesticated zombies? He talked about a group of people who don't get infected. Even if they're bitten. Delirious people will say anything. He was holding this map when we brought him in. Whoa. This looks like a way out of Haran. Crane, we're running out of Antizin. We have to explore every possibility. We can't wait any longer. Stay away! Stay away! You don't understand. The mother... Всем снова привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек. Сегодня мы посмотрим дополнение The Following для игры Dying Light. Выйдет оно 9 февраля. Разработчик любезно предоставил пресс-версию, которая будет длиться ровно 2 часа. Ну, то есть 2 часа там можно играть по сюжету, проходить. Я думаю, что у нас будет один первый взгляд, разделенный на 4 части там, или на 3. Не знаю, как получится. Либо будет один небольшой первый взгляд, а все остальное мы уже будем проходить в самом основном прохождении. Я думаю, что мы пройдем эту игру, скорее всего, в кооперативе. Вот, так что 9 февраля ожидайте. Давайте сейчас пока посмотрим, что же нам приготовило дополнение. Очень много там всего изменено. Это, по сути, как стендалон гейм считается. Вот, можно будет на баги кататься. Куча новых оружий, новые квесты, новая территория. В общем, много всего самого интересного. Так, у нас тут новый загрузочный экран и обучение управлению. Но сегодня я буду играть на клавиатуре с мышкой, поэтому вот эти вот подсказки от геймпада мне ничего конкретного не дают. Я думаю, что здесь на клавиатуре и мыши тоже можно играть. Хотя я всю игру прошел в свое время не на запись, и делал я это как раз на геймпаде. Так, вы получили новый костюм, вы можете новое какое-то оружие скрафтить. Хорошо. Так, на тап у меня переключается оружие. На самом деле не очень удобно. У меня есть пистолет, мачете. Хорошо. Где я вообще? Попробуйте найти выход из канализации, окей? Вот, как вы видите, у меня время демки 2 часа в правом углу экрана. И эта демка лишь сингловая. Так, наверх я, наверное, не поднимусь. Персонаж, кстати, уже до 18 уровня прокачан. Где я вообще? В какой-то пещере вонючей. В каких-то... Я не знаю вообще, в чем я плаваю, почему эта вода зеленая. Даже не хочу знать. Но мне уже нравится музыкальное сопровождение. Я в свое время, вот как раз игра когда вышла, как не очень хотел в нее играть, в итоге прошел на 100% в стиме. Вот. Не могу сказать, что прям сильно удовольствия не получил, но не то, что игра мне уж очень понравилась, я тоже сказать не могу. Именно оригинал. Довольно-таки неплохая средняя игра, которая вышла уже аж год назад. Хотя, казалось бы, только недавно мы в ней играли. Так, и судя по тому, что вы видели перед началом видео, мы нашли какой-то проход из территории, в которой мы были, в оригинальной игре, на новую локацию. А вот и она. Lena, do you copy? Crane, damn it, you're breaking up. В общем, сигнал мой прерывается. Правда, здесь есть выход. He died this morning, Kyle. The fever got him. You're on your own, I'm afraid. Ага. Lena? Так, я наверх могу подняться, да. Парень, которого мы видели в ролике перед началом игры, он умер от жара, и теперь я сам по себе. Найдите кого-нибудь, кто знает больше о слухах. Ясно. Я думаю, что сам The Following будет на русском языке, естественно, с субтитрами. И
Я вот не помню, в оригинале была ли озвучка, по-моему, была. Вот, но так как это пресс-версия, она только на английском языке. Нет, не падай. Так, мне тут не расшибиться. Паркур! Нормально. Так, сюда. Но пока путь вообще очевиден. То есть нас прям по линии вот такой ведут, что давай спускайся. Не ходи ни вправо, ни влево. Так, а вот как назад прыгнуть, я не помню. На чем я стою? На краешке. Так. Наверх. Спокойно, только не падай. Ух. Слушайте, мне нравится, как выглядит сама локация. То есть, именно такие, знаете, на DS чем-то похожие, это реально круто. Все-таки поля какие-то, небольшие сараи, амбарщики. Прикольно. Так. А я так понимаю, Джеронимо, что ли? Ты конченый, ты просто конченый. С такой высоты прыгать вниз. Не, я бы не решился. Так, шикарно, я вынырнул прямо на труп. Который, надеюсь, не схватит меня за задницу. Как этот труп обычно любят делать. Так. Ну ладно, пойдем дальше. Неплохо так прыгнули. Сейчас будем как Far Cry, наверное, на тигров охотиться. Да, охотничья башня была найдена. Только я ее отсюда вообще не вижу. Чё это за иероглифы какие-то? А вот, вот и башня. Так, давайте-ка лучше пистолет возьму. Здесь есть кто-нибудь? Ну, я смотрю, есть он ходит какой-то в халате. Так, как на эти вышки-то вообще забираться? Угу. Я уж забыл, какой здесь паркур вообще. Все, понял. Не, пинотечки не надо. Ой. Так, взяли. Ура, я открыл. И чё там? Чьи-нибудь поношенные трусы? Не. Какая-то ручная пила и чертеж. Так, вы только что подняли чертеж, ищите компонент, чтобы его сделать. Понял? Не-не-не-не. Подожди, там было Е написано. О, добили. Так, потрогаем немножко его. Я думаю, что пока что я с палкой вот этой вот с гвоздями пойду. И мне придется через поле пробежать. На тут зомбаков. Так, ладно, побежали. Ну да. И открылся Steam. Да, кстати, вот как раз я 100 чего-то выпил. В основной игре. До свидания. Well, that place looks occupied, more or less. Че, они за мной бегут? Не, тупые какие-то, медленные. Но, кстати, как разработчики заявляли, что ночью будет еще хуже, чем раньше. Привет. Че, мужики, я могу зайти как-нибудь к вам? Откройте! Мужик!
Так, надо найти как-то... Как можно перелезть через забор туда к ним. Вот тут, я думаю, могу сигануть. What do you want? I need to talk to someone in charge. I'm from Haran. Oh, you a smuggler? You work for that crook, huh? Look, I don't know anything about any smuggling, pal. I'm here just... I need some help. As for Jasir, but understand this. If you steal anything, you lose your hands. Если мы что-нибудь украдем, они отрежут нам руки и, в общем-то... Он меня пропустил, мы должны найти какого-нибудь главного здесь. Я смотрю на твою попку, незнакомец. Спасибо. Палат какой-то. У всех такие польские имена. Так, ну я думаю, что главный в каком-нибудь большом огромном здании. Либо вот здесь. Слушай, прикольно, у тебя пушка. Журнальчики всякие. Так, ладно. А может вот здесь кто-нибудь есть? Я просто смотрел 11-минутное видео с презентацией, и там выполняли один квест разработчики. По-моему, они вот где-то здесь ходили. Я должен узнать больше о людях, кстати, которые не обернулись. Видимо, здесь кого-то кусают, но они не становятся зомби сразу, да? Ты кто такой? Need something? Are you the one in charge? I need some help. Talk to Jasir. Так, с Джасиром поговорить. Do you hear me? А, вот I forbid it. Он походу главный и есть. Father, please. Can't we talk about this? No, no. Папа, пожалуйста, мы можем об этом поговорить? Нет, мы не будем ни о чем говорить, женщина. Fine. Ну и пошел отсюда. Wait, Eski. Дочь, жди. Но дочь ушла. Демонстративно. Что такое? Excuse me. Not now, please. Ну хорошо, могу бы хоть привет сказать. Ладно, давайте его послушаем. Я не буду сразу переводить, а после того, как мы с ним поговорим, я вам общий смысл передам тем, кто языка не знает английского. I don't mean to interrupt. I'm looking for Jasir. I am Jasir. But if you want food, we have only bread. No, no, I don't need food. Listen, I'm from Haran, and I've come because I've heard that there are people here who are immune to the virus, that they don't turn, even if they get bitten. Oh. And who told you this? A dead man, I'm sorry to say. You might as well keep listening to him. I'll tell you no more than he. Fucking hell, why won't anybody help me? The virus is all over the city, people are dying. And yet, you still live. Take some bread, my friend, and go back to Haran. No one wants you here. Никому мы здесь не нужны. У них есть для нас только хлеб, который мы можем типа перекусить и идти дальше. Ясно. Знаете, нас не хотят и помогать тоже. Lena, this is Crane. Do you copy? Damn, I'm on a fucking wasteland. В гребаной, говорит, пустоши. Yeah, иди сюда. Иди поближе, я тебя не укушу. Don't worry. I ain't like the rest of these loonies. И не волнуйся, мне эти лунатики тоже не нравятся. You, да, я говорю об вас. So you're not one of them? Ты не один из них? Trying to run you off? И что, они тебя не выгоняют? Потому что я им продаю целую кучу хлеба. Точнее, целую кучу вещей помимо хлеба. Ты из Харана, да? You mean the guy with an eye missing? Yeah, that's the one, my boy Kurt. How's he doing? А, он Курта этого я отправил, yeah, который без глаза был. Он не выжил, твой Курт. Well, that's a damn shame. Отстой. But, но я не могу сказать, что я удивлен. Maybe you can help me. Может, ты можешь мне помочь? Kurt said the people out here Kurt сказал, что люди здесь иммунны к вирусу. You know anything about that? Что-нибудь об этом знаешь? Now that you mention it, I don't remember any of the locals actually turning. Я не помню, говорит, что кто-нибудь здесь вообще обращался. Used to be just a harmless local tradition, you know? They weren't serious about it. Well, they're goddamn serious these days. Ever since the outbreak. В общем, у них есть какая-то матька, что там какие-то традиции, что-то. I think they even pray to her. Какие-то ритуалы, в общем, руны. Whole not turning thing. They on antizin or what? Listen. I'm short a man now, and since I'm an entrepreneur,
Let's do business. Давай бизнесом займемся. Buying anything, friend? Что не хочешь купить, друг? И ушел. Freaks. Partnership you have in mind? Well, you need some information. Какой партнер ты имеешь в виду? Ну, тебе нужна информация. А мне нужен водитель с мозгами. Я могу что-нибудь придумать, что тебе поможет, но сначала мы должны раздобыть какой-нибудь транспорт. Если бы я был тобой, я бы посмотрел на ближайшей ферме. Круто. Давайте поищем баги себе. Так, поищите транспорт недалеко от фермы. То есть они знают, что у них здесь ездит недалеко от фермы транспорт, но абсолютно никак этим не пользуются или что. Воу. Фу, там все в тараканах. Так, нет, подожди. Я не хочу быть просто каким-то психом, который, знаете, ходит тут на стену прыгать. Да, вода. Ё-моё, а тут их больше, чем с той стороны было. Ладно, мы сможем. Я пойду по трубам просто. Тихо. Спокойно. Спокойно. Господи. Они не залазят на... Они залазят наверх! Так, ладно, спокойно. Пошел отсюда. Ай. Дура тупая. Че у тебя? $17. Нормально. Так, а вот тут уже поопаснее сейчас будет. Потому что трубы опускаются ниже. Но мы успели подняться. И на фургон, пожалуйста. На вагон, точнее. Что там внутри? Что он сказал мне, чтобы я лучше бы оружие раздобыл какое-нибудь? Что в этом вагоне? Не паникуй, ты справишься. У меня есть несколько сделок, и подай мне знак какой-нибудь, как машину найдешь. Чё? Нахрен внутри этого вагона? Я это могу открыть? Да я не буду. Только попробуй. Причем остальные-то вагоны нормальные, они пустые, в них все норм. Опачки. Арбалетные болты. Мне кажется, Дэрил здесь где-то проходил. А сам арбалет я... О, вот... Нет, это был не Дэрил. Это был какой-то ублюдок здесь. Так, ну... По крайней мере, в прохождении я уже буду знать, что здесь есть... арбалет. Так. Как его поставить на... Так, допустим, вот так. Неплохо. 9 штуковинок у нас есть. Не, все, в задницу. Я думаю, что когда-нибудь этот вагон откроется, и оттуда выскочит какой-нибудь огромный мега-монстр, который захочет меня порвать просто двумя своими руками. Че? Птичку принесли в жертву. Вы че, блин, птичку жалко. Ну, как минимум, знаете, уже так атмосферненько. То есть, именно у тебя такое чувство, у тебя есть память о том, что ты игру проходил и в городе находился, да, в огромном мегаполисе, там, естественно, с районами, со всякими, и тут ты как будто бы, как сказать, ну, на природу выезжаешь, и получается, что у тебя вот эта вот вселенная, все игры расширяются, и ощущение реально крутое, как будто бы вот я выбрался на новые локации, и тут будет еще очень много всего интересного. Блин, я прям жду уже полной версии, реально. Мне пока все очень нравится. С пацанами поиграем. Ой, блин, опять взлом. Ну я же не взломаюсь снова. Да, я так все отмычки поломал.
А, нет, взломал. И что там? Фигота какая-то и мешок с драгоценностями. А я этого чувака могу убить? Вот на эту веревку я могу прыгнуть, да? Да. Так, заберите машину. Это, видимо, я в какой-то лагерь военных еще попал. Да, это реально какие-то военные. Ё-моё, я думал, я просто в пустом этом каком-нибудь амбаре заберу машину. Оу, как ты вовремя вышел, а? По-моему, сбоку от меня еще кто-то есть. Тихо. Ё-моё. Я мертв. Я умер в первом взгляде. Я не понимаю, как. Так, ну хорошо, я теперь понял, что здесь все серьезно. Здесь реально все серьезно. Не-е-е-е. Хорошо, я внутри. Наверное, даже спрыгивать-то не стоит особо. Тихо ты! Медкит, быстрей! А! Все, патроны больше нет. Воу! Багги! Садись! Какой кнопкой? F! Валим! Как выехать отсюда? Мать-то вашу! Спокойно! Shift, нитра! Уходим отсюда! Нафиг, двери! Ломаем! Да! Господи! В другую сторону! Короче, Нан нам это не отвечает нифига. А нам уезжать надо как можно скорее. Блин, вот это было дерзко. Это было реально дерзко. Я даже разбираться не стал. Увидел машину, сразу уехал. Топчик. Так, только не вылазь оттуда никто. Я просто мимо проеду. Зомби! Шикарно. Так, у вас есть топливо, вам нужно его пополнять. Понял. Но я-то, насколько сейчас знаю, можно броню всякую ставить на машину. И она будет... В общем, безвозмездно врезаться в зомбарей нельзя будет. Но я это делаю, потому что я нашел. Так, я приехал. Как мне... А, вон справа можно заехать. Блин, не, ну это прикольно. Даже ворота были открыты. Так. Расскажите Кану о вашем успехе. Подожди, я уже могу выходить. Так, держите, чтобы проапгрейдить его. Ну-ка. Так. Ну и да и так все. Так, разберусь. Так, можно даже красить. Прикольно. Блин, у нас будет свое багги. В прохождении у нас будет свое топовое багги. Я вам серьезно говорю. Так. Я должен был вот сюда заехать. И, видимо, отсюда есть какой-то нормальный проход. Нет, нормального прохода я не вижу, нифига. Ну, может, тут по трубе, по синей. Я должен, типа, к ним попасть. Да. Так, ну-ка. Нан. I did some work for you. Ой, это не он. Спросите у девчонки, где Нан. You're looking for Khan? Ты его ищешь? Он ушел. I guess they finally asked him to leave. Наконец-то мы заставили его уйти. What, at gunpoint?
And who's they? Вы что, пушку на него наставили? Finally did what my father should have done a long time ago. И кто вы? Мы с моим отцом должны были сделать это давно. У нас здесь тихо и приятное местечко. Ты не ответил на мой вопрос. Конечно, я не ответила. Ты пришла здесь ради того, что и он. Ради того, что бандиты, которые никак не оставят нас. Тебе не нужно меня убеждать. Мне плевать. И меня зовут Эски, если что. Кайл Крейн, Эски. Can you give me some hints at least? What do you guys need? I suppose I can help. Что вам нужно? Я могу тебе помочь. You'll have to return the favor one day. Просто помни, что однажды тебе придется вернуть слугу. The groundwater's got polluted a while back. Imagine what would happen if you got our water running again. I assume there is a way to do this. Почему у них с водой какие-то проблемы? Yes, there is, but it's in banded territory. Several men who volunteered to go there. Несколько человек отправились на территорию бандитов, но так и не вернулись. Поэтому я бы тебе не рекомендовал идти туда. Если ты хочешь, короче, нам помочь, просто двигайся по трубам. Слушайте, ну прикольно. Я, знаете, я реально не хочу прям слишком много всего пройти. Я думаю, что для первого взгляда достаточно. Мы покатались на багги, посмотрели хоть и мельком на его прокачку. Все остальное мы уже видим в прохождении. Реально клево. Просто, ну, реально будет неинтересно потом все эти два часа перепроходить заново, хоть в компании. Вот. И плюс следующую миссию ее показывали уже на одной из выставок, поэтому я тоже думаю, ей будет не особо интересно смотреть. В любом случае, вот такой вот первый взгляд. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Джек. Скоро вернем канал в полноценное русло. Будут снова новые видео, будут стримы, так что подписывайтесь на мой Twitch. Оставайтесь на канале, с вами был Джек, увидимся в других прохождениях. В конце января еще будет Лара Крофт, мы будем DLC проходить. Еще увидимся, счастливо!